Одноразовую иглу для аспирации ткани костного мозга создали в Самаре. Разработка уже получила патент, сообщается на сайте СамГМУ. Разработка самарских ученых сможет заменить иностранные аналоги, в том числе ушедшие с российского рынка. От других подобных игл ее отличает увеличенная площадь отверстия для забора биоматериала. Благодаря этому для получения нужного количества аспирата потребуется меньше проколов, соответственно, снижается травматичность процедуры. Серийный выпуск новой иглы планируют наладить в Самаре. В ближайшее время также оценят возможность ее использования в ведущих гематологических учреждениях России. Пункция костного мозга нужна для выявления опасных заболеваний, в том числе онкогематологических. Самарские таможенники задержали фуру с куртками известного американского бренда. Одежда, изготовленная во Вьетнаме, оказалась немаркированной, сообщили в Приволжском таможенном управлении. Как уточнили в ведомстве, больше груз следовал из Казахстана в Москву. Согласно документам, стоимость партии теплых спортивных курток и ветровок оценивается в 25 миллионов рублей. Сотрудники таможни изъяли более 3000 вещей. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о производстве, перевозке и избытии товаров без маркировки в особо крупном размере. Врачи Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой провели сложную операцию маленькой девочки. Юной пациентке удалили образование размером 10 сантиметров, которое занимало всю правую половину грудной клетки. Как уточнили в ведомстве, девочка пожаловалась маме, что у нее болит под ребрами. Специалисты провели компьютерную томографию. На снимке врачи обнаружили жидкость в плевральной полости. По результатам консилиума приняли решение удалить жидкость и провести телемедицинскую консультацию с заведующим хирургическим отделением областной детской больницы Самары. Как объяснили врачи, у девочки произошел разрыв капсулы новообразования, в результате чего случился гидроторакс. Тольяттинские хирурги провели дренирование плевральной полости, после чего ребенка доставили в Самарскую детскую больницу. После проведения необходимых обследований специалисты хирургического отделения областной больницы успешно удалили образование с применением видеоэндоскопических технологий. Несколько федеральных нормативных актов начнут действовать в России в марте. О них рассказал в телеграм-канале Госдумы ее председатель Вячеслав Володин. С 1 марта появится система государственного экологического мониторинга, содержащая информацию о состоянии окружающей среды. Вступят в силу и требования по содержанию животных в местах их продажи. Власти регионов смогут устанавливать стандарты транспортного обслуживания населения, пропишут показатели доступности, безопасности, комфорта пассажирских перевозок. Изменяются требования к маркировке винодельческой продукции, которая должна быть прописана четко и содержать полную информацию. Автовладельцы смогут заключать договоры ОСАГО на срок от 1 до 3 месяцев по сниженным тарифам. С 8 марта вступит закон, расширяющий круг НКО, имеющих право на господдержку. В их число войдут организации, работающие в сферах семьи, а также помощи безнадзорным животным. С 19 марта заявление о выплатах возмещений по вкладам можно будет подавать в электронной форме. Обнаружены две планеты, теоретически пригодные для жизни. Ученые провели исследование ледяных карликовых планет пояса Койпера и нашли на них скрытые океаны жидкой воды. С помощью мощного телескопа выявили еще два объекта с потенциально обитаемыми подповерхностными океанами. Это карликовые планеты Ирида и Макимаки из пояса Койпера, большинство объектов которого ледяные тела из замороженного метана, аммиака и воды. Исследователи нашли доказательства, указывающие на термические процессы, производящие метан внутри Ириды и Макимаки. Они уверены, что метан и азот образовались в результате глубинных гидротермальных процессов с участием жидкой воды. Значит, если ядра Ириды и Макимаки все еще горячие, то под их ледяной поверхностью до сих пор могут находиться скрытые океаны, теоретически пригодные для жизни, заключили ученые. В прошлом году ученые также обнаружили покрытые льдом источников воды на Энцеладе, спутнике Сатурна и на Европе, спутнике Юпитера. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники от имени банков рассылают по электронной почте предупреждения о скором списании со счета нового налога на специальную военную операцию. Письма стилизуют под сообщения от крупных финансовых организаций, сообщили в российском банке. Мошенники предлагают отказаться от уплаты налога на СВО. В противном случае у человека якобы будут списываться десятки тысяч рублей. Для отказа предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт банка, который замаскирован под реальный, и там войти в личный кабинет. Получив эти данные, мошенники могут вывести деньги со счета жертвы или оформить кредит на ее имя, если обойдут банковскую систему защиты. Как уточнили в кредитной организации, этот способ обмана появился сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от Федеральной налоговой службы.